Приятно слышать твой смех. Что? Что ты сейчас сказал? Я ничего не говорил. Все в порядке? Да. Да. Я очень устала. Ты перенесла серьезную травму. Телу нужно излечиться. Постарайся не нервничать, я буду в соседней комнате. Что? Ничего. Я кое-что проверю и сейчас вернусь. Хорошо. Фрэнк, я тебя люблю. И я тебя. Плохая была идея. Ты же видел собаку. Сыворотка остается в мозге. Все это было ошибкой. Это не Зои. Не стоило ее возвращать. Мне нужно время. Я должен все исправить. Я должен. С ней определенно что-то не так. Главное, чтобы она считала, что все хорошо. Убедите ее, что все будет хорошо.